Так, когда мы шли сюда, я до сюда не дошла. Не, я так долго шла, что когда пришла, уже надо было идти. Поэтому снимаю вот сейчас с этого ракурса. Это вот, по всей видимости, либо поток, либо вот вторая река, которую мы заваривали, которая осветляет эти. Ну, красиво. Сейчас посмотрю, как она называется в этой стране. Елочки, это, конечно, фантастика. От елочек падают сильные шишечки. Которые похожи на набашки.